Блять, по-моему, тихо стало. Пиздец, тихо стало. Надеюсь, под последний там уровень. Еще может быть, если только через мост появится переход. Даже если так, в принципе, в среднем где-то, блядь, начинается нахуй. По идее, еще, наверное, часа 4 или все. Геймплей осталось. Будем надеяться. Так, эту хуйню надо открыть, блядь. Мониторить. Что-то совсем плохо стало. Вот OpenCL кодировать. Вообще, ну, понта нет. Нахера они тут прыгают? Бля. Не успел. Бля, быстрее. Бля, ну почему камера не вращается? А чё он упал? А чё, блядь, чё с камерой происходит? Почему он приближается в этот момент? Чё-то какие-то лаги, что я не понял. А, нет, ничего. Бля, когда-нибудь поймаешь на этой херне между этими ящиками. Ну я вообще-то. Ну ладно. Да что происходит, блядь? О, бля, что такое? Хуй нажимается. Думаю, не стоит прыгать. Ладно, отсюда теперь вылезти. А, все видишь. Блин, что за херня? Типа бомба, что ли? Надеюсь, их не надо
все обезвредить. О, хоть что-то новое. The power nodes are down. They need to have some electricity put through them. How you gonna do that? I don't know. Suffice to say, there's an electric eel in there and some things. I leave it up to you. Блин, что-то все про ворон, о чем говорю. Да ёб твою мать. Ничего не надо делать. Интересно, реализовали. Бля. Ну-ка еще раз с ним. Он сам не падает, пофигу. Конус какой-то невидимый, который тебя скидывает. Блять, ты куда идти? Что делать-то? Пошел я в воду там. Воду.
Так, я это, по-моему, уже что двигать. Стоять, стоять, что это? О! Все понятно. Здорово, пух. Опять укуренная белка. Да блин, пора ее проходить уже, походу. Я так думаю, по крайней мере, что немного осталось. Ты уже год ее мучаешь. Какой год, ты чё? Где-то... Ну, если считать стримы, то стримов, по-моему, 5 я в неё играю. Это, по-моему, 5 или 6, уже не помню точно. Я начал её максимум месяца 2 назад. Почти целая жизнь. Пять. Для кого-то, да. Ты чего? И что с ней делать? А, типа толкать, что ли? Ага. Можно. Блять, столкнул. Интересно, появится снова? Появится. А что не сбрасывается-то опять этот диалог? Я уж с ним уже побазарил, пойди, должен скипаться. Да ладно, 5 стримов, что там? Вон, если даже посмотреть на инфору, чем там, сколько этого проходил. Да и по времени нам надо больше, там. Зельду угоняет уже давно. Ой, не-не-не, не туда. Еще бы знать, куда его провести, то... Ёб твою мать, понятно, почему это именно. Зачем этот ящик там металлический? Чтобы он, блядь, не шваркнулся, оказывается. А я думаю, на кой хрен его тут... Блин, он из прежде по земле сделали. Так, что там, все? Напротив? Нет, еще, наверное... Диалога нет. Так.
И так, а теперь куда его тащить? Может, в центр туда? Хотя стой. Может, на эту... А, наверное, все-таки, наверное, этот паромчик небольшой. Блять. И куда он делся? Нормально, блять. Блин, предположить логично было вот его посадил туда, довез до этого долбанного самолета и им его сломал. Давай, а куда его теперь? Хорош, привет, самоби. По идее, тогда уже в центр надо его. Может, он там сам длинная игра. Карта какой-нибудь будет. Довольно-таки да. Ну, часов 10 я точно в нее наиграл. Даже больше. Но если знает, куда идти, то, не знаю, в 10 часов, я думаю, можно уложиться будет. Бля, куда он пошел? Он исчезает. А, бля. Чё-то я вообще даже не знаю, куда его тащить. Да, блин, камера резко разворачивается вообще. Идеальная, блин. Тогда, получается, этих лохов на всех... А, не помню, исполнился. По-моему, вот этого я убивал. Привет, Антоха. Привет, информа. Ага, понятно. Чем дальше от них, тем меньше дамажит. Они хоть вздыхают, хоть надеюсь. Но ни хрена респаун. А хотя если заучить где-нибудь вылазит, только так может провести его надо будет. Чтобы знать, куда увести, налево или направо. Блять, замучишься. Ладно, сейчас пройдемся еще раз. Тут сначала двое слева вылазят. Там справа. А, это справа. Справа. Блядь. Идет. О. Ну, примерно понятно. Думаю, отойдем. Я охренел, когда узнал, в сервис пак нового Гоу входит настоящий топор. Путь не такой, как у Кратоса. Он там маленький только. Да он и стоит там, наверное, не кисло себе. Это, лимитка около 5 рублей, по-моему, стоит. Там диск с этими сартами там, и так далее. Это, наверное, рублей 8-9 будет стоить, если не больше. Меня так кружка приколола, блин. Классно придумали. Двое. Кружка, да. Так, по-моему, сейчас сразу напротив улицы. Сидишь, а не работаешь. А, сразу распавнится заново. Пойдем.
еще. Все, что ли, закончились? Да ну нафиг, не может быть. Сейчас по-любому где-нибудь под конец вылезет, падла, и рванет. О, я ж сказал, блядь. Ну, в принципе, то, что они тупорыли долго, вылазить можно. О, ништяк. Ну-ка, поджечь можно, не? Собака, по подчеркиванию, аниме смена закончилась 1.5 часа назад. Вместе с бонусом сегодня 282 по дням. Начинается даже. Вы про эту херню говорите, я, блин, слушаю вас, как этих двух программистов, блин, общающихся о языке C+. Бовли. Релка, блин. Малаха. Ахаха. Что делать теперь? Получается, его давил, да? Может, в середину двигать? Ни хрена. Ну-ка, если этот корыто запрыгнул. Тоже ни хрена. Стоит, может, ладос. Не. Полный хп. Чё это было? Чё-то бы распластался и вниз полетел. Ой, блядь, чё-то не упал. Тоже нет, блин. Да и что делать-то? А недалеко. Может, на воду на... Ой, на бережок спрыгнуть опять. Я вот с этим будет. С генералом, кто-то там. Ни хрена. Ладно, сейчас будем возле этой мины крутиться. Может, сковородка его что-то. Будет печать, если она рванет. Ничего не произойдет. Ведь вот уроды специально сделали. Подходишь к этому юниту, и хрен что от него сделаешь. Ни прыжок не срабатывает, ни хрена. Вообще управление залипает. Блин, что, не сюда привел, что ли? Блин. Рвануть сейчас будет и опять с той стороны провести на ту на левую. О, исчез. Thank you.
попробуем. Пытался на eBay сейчас найти крошку, как в ролике. Нет таких. Да, они, скорее всего, в комплектах у этих идут. Вряд ли кто будет кромсать, если только за деньги большие. Так, не-не-не. Блять, его хана этому еще. А, не понесло. Что-то они, по-моему, быстрее прыгают, эти уроды. Давай, быстрее, быстрее. О, блин, забыл. Он вовремя упал. Чё, опять? Да, блядь, да чё делать-то? На тебе, сука. Запарил. Ой, блин. Блин, да и что делать? Водить эти хороводы с этим, блин, ТНТшкой. Тут он, по-моему, тоже исчезал. Назад вернуться. Да, тут все то же самое, ничего не поменялось. Блять, теперь опять начал залипать этот долбанный ОБС. Все по новой. Блять. Так, кстати, сейчас этот или нам нужно по новой рассказать. Может, что-то там подсказки есть. Блять, ничего удачно. They need to have some electricity put through them. How you gonna do that? I don't know. Suffice to say, there's an electric eel in there and some things. I leave it up to you. Ага. Куда-то там что-то с током надо что-то замутить. Иди сюда, может, какие-то бадье. Где он есть? Так, ну что-то тоже не сработает ничего. А куда электричество-то надо? Ну, ладно. Может,
вместо этого надо кента довести в одной из сторон и довести этого угря в ту сторону. Он типа, блять, его шваркнет и нормально все пройдет. У него идей нет ни хрена. Налево. Подсказку там ляпнул. Нифига. Я ничего делать. О! Не моргал. Колечки, что ли, нужно активировать эти все? Куда поплыл? Сюда. Во! Все нашел. Еще один там, по-моему, два. Какие случаи? Возьмем. Тогда последнее. Блин. Сейчас будет сдох. Иди. Ой, я этот сдох сразу. Да, блядь, цвет так необходим. Или нужно еще раз его? Походу еще раз надо. Да блядь, долбаная камера, вот какого хрена она так резко разворачивается? В некоторых местах она сама своей жизнью живет, блин. Вот, блядь, опять! Сука, какого хуя потянуло направо? Thank you.
не туда. Блин, надо было, наверное, сразу направо увести, пока помню, где те черти вылазят. Лучше посередине, наверное, увести. Тихо. Так, тут еще, по-моему, вылазим. Блять, сука. Про него я забыл. Да ё-моё, чё же вы такие нежные? Смотрю, получше, чем в Зельде. Движок другой. Ну тут тормозов побольше. FPS тут проседает поболее, чем на Зельде. Хотя, может, здесь еще и текстурки повыше, чем в Зельде. Ну, в Зельде вообще что-то мазанная картинка. Схожу, блин, на разведку. Посмотрю, где тебе. Так, раз, два, три. Нет. Надо что-то стиком придумать. Это пластмассовая шляпа быстрая. Палец начинает топить. Резиновую херню надо накинуть. Есть. Так. В принципе, можно срезать. Что, еще что-то? А, все упал. Я понимаю, нужно на него убежать, от самолета. Фюзеляж. Пропал даже вообще. Теперь, наверное, активируется эта самая лодка. О, это хер тут стоит. Окей, я done what you asked. Well done, soldier. What the hell is that?
Вырвал. Сейчас высадка в Нормандии, что типа okay. будет. И как она там была? Nice как она называлась? Жесть какая. Что, реализм, блин. Новый формат, блин, колды. Тут даже круче сделан, чем у него. Второй или третий, не знаю. Что-то какой-то везучий конквер. Кругом, блин, разлетаются в щепки все, блин. Типа оглушил, он ничего не понимает. Понятно, нормально. Хрена поливаю. А куда дальше-то? А, вон, кажется, проходит. Да. Блядь. Беги! Блин, они под таким углом, аж хрена. Сейчас сдохну. О, за камера закрутилась, все, и он встал, блин. Блядь, самый главный враг это, блядь, камера в этой игре. Интересно, обязательно отсиживаться за ежиком этим? Looking good. Teddies.
I hate these guys. Get your head down! This is crazy! Yeah, we've been locked down here for the last 10 hours! Murder hole's up there! Machine gun next, you gotta clear them out, boy! What was that you say? Yeah, I gotta do it. But I'm not equipped properly. Yep, I think you should press B now. Okay, soldier, move it out. Прям как, блин, Рэмбо начинается. Бункерам, чтобы его мочить. А, вот же вход, ёпта. А, ну. Деревянный будет, ящик. Да, блин, мучит. Один отхватил. О, блядь, тихо, назад, блядь. Ништяк. Малая зона, FPS нормально держится. Так, что тут ни хрена, да? Так, а что ж тут делать-то теперь? Так, стволы как убрать забыл. Бесит иногда эта камера. Пересчитал по головам. Да, блядь, доставай стволы, блядь. Куда вот камера, блядь, сейчас повернулась? Скажите мне, пожалуйста. Какой хер, вернее. Блядь.
Там как перепрыгивать тогда? Бля, все сначала. Это жопа сделали они. Хотя бы лазер будет. Так было первого, ладно. Прицелился, как будто он там знает, что стоит. Мабель. А, или не здесь. Своей жизнью живет. Да блять, ну как тут перепрыгнуть тогда? Теперь хер знает сколько по времени. Ну, блин, ты еще усадил, ублюдок. Это опять, блин, на час, блин.
вообще, я, сука, как я ненавижу. Блин, может в эти хероины можно пострелять? Блин, он сразу падает. Все просто. Я, блядь, доставай ты, ебаный пукль. Сейчас, блядь, затолкаю к херам. Камера, блядь, всегда нахер. Заебись в этот раз. Ладно, хер. Во что-то там уперся, не знаю, в трубу или во что. Я уже на автоаим, блядь, уже согласен. Чем он был. Да ёб твою мать, все уже пролетал, теперь не пролетает. Жопа, блядь, что ли, разжирелана.
material. Попробуем еще раз повторить то же самое. Нахера их тут столько напихали, а? Сука, самое веселье на конец игры на эту сторону. Блин, по идее же его можно также разминировать. Нижнюю тихонько. Да, что только до хайма. Жизнь забирает. Че он дергается так, блядь?
ничего. Куда она, блядь, сука, повернулась? Блядь, тут бесит. Хоть бы, не знаю, может из-за коридора этого долбана она бьется об стену и разворачивает к хренам. Заебал этот ОБС еще подвисать. Какого хера, блядь? Блядь, вот опять, ёб твою мать, блядь, да ёбаная, сука, камера, блядская! Ебать! Это пиздец какой-то, нахуй. Это, блядь, я не знаю, специально что ли сделано так? Мутузит, блядь, из стороны в сторону. О, блядь. Сука, блядь, не удивлюсь, если чекпоинт в самой жопе будет. Сейчас меня...
Давай, а тут что делать? Точно так же, наверное. Разминировать башкой, блин. Ой. Заебись с самого начала. Ой, сука, блядь, ебанутый уровень. А, ну хоть отсюда. Спасибо, разработчики. Сейчас эти, блядь, хуй понапомнили. Стреляй, ты, блядь, уже куда-нибудь. Блин, надо было сбоку, слева прыгать. Дрень, блядь, я не увидел. Сразу. Чё-то мне суки, блядь, не взрывают эту хуйню, а? Скажите мне. Вот и всё, блядь.
Really? That's incredible. I mean, what if you were to give this game to, say, 20 intelligent people? I mean, what would that do? Let's face it, what would it do? Really? That's interesting. What the f*** is that bloody squirrel? Quick, get the character! Беготня будет. С такой камерой, блин, где мы просто, блин. Они еще и респаунятся. Вот это охрененно. Блин, пошли вы нахуй. Че тут у нас? Нихера. Блин, понятно. Пока не завалишь. Чувствую, сейчас пацана сварит нахер. Я думаю, левый надо дергать. Я был не прав. Oh, hang on a second. I think it's this one, actually. Okay. Well, what do you know? I'm not quite dead. Thanks for that. Feel a bit strange, though. How do I look? You look great. I gotta go. See ya. Ладно. Чё, за второй, что надо дёргать? Ладно, давай. Ну и чего? Блин, надо было всё-таки право дёргать. Ладно, будем знать. Упанул.
блядь. Твою ж мать. Понятно, понятно все. Не успел уместить, просрал. Как-то они замедленно. Некоторые сразу облетают. Некоторые стоят потом как-то долго. Это когда это закончится, уже надоело, ну реально. Nah.
sword in. It got an extra. Is a little bit different to the usual army regulation attire. What is it? Oh yeah, it's experiment number G7224. I'm the first to be fitted with this. It's an indestructible titanium laminate. Right. So what does that mean? Oh, it means if somebody shoots me, I don't die. Really? That's a pretty good idea. I'll get me some of them. The only one. Very expensive. Anyway, stick behind me, and you should be all right. I can be your Operation Squirrel Shield. What do you say? Sounds good to me. Right, which way? Teeny, meeny, miney, no. Right. Ready. Ничего нельзя сделать ей, чтобы понять. Этот хрен за мной один фиг идет. Ладно.
бомбу, по идее, можно. Это что за... Как от нее вернуться? Опять, блядь, ебаный ОБС, как ты заебал реально. Заныкался, за мной не дальше летит. Ну, хотя если на бомбах не сливать жизни, может быть противно. Сильным прыжком подпрыгнуть за домашний интерес. Блять, вот как... Иди сюда, блять, вот, малый. Ну что там, запыхивается, что ли, или что? Встал, постоял, жди его.
стреляют? Пал, блин. Надеюсь, здесь чекпоинт будет хоть. Ну или может вот тут надо пальнуть было. В замок, да и все. Поэтому надо блять, пидорасы заняли. Еще ж по идее это три уровня не читает. Ой, я читаю этих, блядь. Еще ж замок, наверное, будет. Это еще примерно на 6 часов в среднем. Oh, a tank. Now that may come in handy. Oh, a tank. It's a class 22 as well. I haven't got one of them yet. But he got one. Hey, where you going? Class 22. Sweet. I'm gonna look inside. Okay. What do you like? Только не ты, падла. Не успел.
Oh, hopefully that opened the door on the outside. But whatever it's done, I think it's one of those let's leg it moments. Посрать, по-моему. Так и есть. Получается, нахера нужно играть вот там. Ну, там курган уже, да. Надо пройти тут пешкодралом, блин. Что-то сделать. Может, надо пробежать так, чтобы меня не спалили? Сука, бля!
так и не получится нифига. Интересно, если их переедешь, они подохнут или не доели. Ну, сколько это будет продолжаться? Ну, блядь, ну! Сука, блядь, ебанутый уровень. Скач, скач, ты хуяк улетел говном, блядь. В воду. Опять. Я не знаю, блядь, как связан, блядь, прыжок, там, не знаю, нажатие, что ли, силу нажатия на кнопку. Я не думаю, тут не так сделано, как на DualShock 2. На втором, блин. Блин, да какого хер, как ты меня увидел, обратно вернулся? Как, блядь, скажите мне, он попадает, блядь. А, блядь, да прыгай, сука! Уроды, они разработчики, блядь. Хуету придумали. Бегай, страдай. Все, по идее, отвернулась, блядь, не должен подстрелять. Сейчас, наверное, только вылезу, блядь, сразу не будет ебашить. Эх, пойди, блядь, пацаны, блядь. Thank you.
Да, блять, ну я же подпрыгнул уже все. Блять, ты ёб твою мать, как эту хуйню убить? Да, жарковато детей чтиве. И на улице в игре детей чтиве. Да. Здорово, Максон. Не знаю, может на танке проехать, блин, не вряд ли ты ее убьешь. Надо, блядь, кругаля в самый конец, блядь, доехать, не, небось. И тогда только мы сможем убить эту турель, блядь. Сраную. Амру, здорово, иду по 3 мелы, подчеркивание, ТВ-1. Как тут, блядь, пройти, если она нахера не убивается, ты? Ладно, попробуем. Сейчас первый мост опустим и поедем на сраном танке. У меня больше пошли нет, что тут делать надо. Что за игра? Этот Conker's Bad Days на Nintendo 64. Да блин, куда? Блин, ну вот как ее пустить, если он даже не сбивает так? Танк этот долбанный носит. Странно, а чё ж меня эта турелька не стреляет? Потому что я в танке, что ли? Так, дай посмотрю, где это. Я не могу посмотреть. Стреляю. И дальше поехал. Чудеса. Вот это я начал стрелять. Хоть я не ехал, дальше, блин, я хомуха. Запрыгивай! А, запрыгивай! Ты чё? Куда чё делать-то? Далеко, что ли? Ебай, ну игра. Ещё нет. Блядь, съезжает, сука! И на чем он стоит?
понятно. Фу, твою мать. Я думаю, нужно просто пообъехать ее еще, там какую-нибудь кат-сцена покажется, и все, и уровень пройден. Оказывается, надо было завалить ее. Что у нас тут? Вот, да, где-то есть вообще. Да, угадай, наверное, под замком лазим. Под замок попадем. Надеюсь, не. О, бабки не будут. Hey, little girl. I don't think you want to be here. Have you come to rescue me? What? What is that? That's the, inverse phase sonar. With an oak. How do you know about that? School? I never learned things like that at school. Anyway, what is it? It fires a missile, I think. A Teddy Funken U-47 intercontinental ballistic missile. A missile? Yeah, like that one. Don't you worry, little girl. I'll rescue you. Oh, goody goody. Yeah, her parents are bound to have some cash. Вроде даже как асинхронно. Нет. По звуку. Застыла эта хуйня.
ушатался. Ай, ты бежи, беги, беги, беги. За дело, твою мать. А что-то не всем, что ли, доступно? Платформа не доступна. Что-то бы не загорелось. Одной, значит, платформу варить. Ладно. Я вон то как раз. Так, что мы да? Не помню. Вот какого хрена блин, разворачиваться не в ту сторону. Эти камеры тупорылые. Блин, маразм полный. И сколько их там надо... Блять, попадай ты... О, все, 4 как бы раза, да? Теперь следующий, походу.
Ну да. Их уже по две. Ладно, веселье только начинается. Смотри. Нормально, блядь. На них 64 всегда такое изображение. Да. Это даже не обычный композит, а из видео. Там, блин, даже в принципе картинка не особо сильно отличается между композитами и с видео. С РГБ, конечно, можно лучше получить картинку, блин. Но там нужен мод делать. Насколько я помню. А, или нет, там просто какой-то, если стандартный делаешь вывод с конвертера РГБ, то там не совсем хорошая получается РГБ, блядь, каким-то раком, непонятно. И нужно платку докупать. А чтобы еще и РГБ использовать, нужно SCAR, там, блядь, конвертеров. Херву тьму, я не стал морочиться. Единственное, если я только заморочусь, блядь, да камера, чё ты творишь? Есть конвертер с РГБ на компонент, можно замутить. Есть в исходниках, в открытых лежит плата, все компоненты какие, блядь, нужно распаять. Вот это можно заморочиться, а чисто РГБ там еще с РГБ на HDMI как-нибудь. Делать карьеру вообще нет желания никакого. Где вот это? Давай. Есть. Бля. Специально что сделали такие платформы узкие, чтобы падать почаще. Блять, еще и попал. Он, по идее, должен был меня по мне стрелять, когда я внизу. И там опять две подложки. Я думал, одну бьешь и все там. Типа они волнами там появляются. Блять, съебался, сука, ОБС. Я вот не знаю, где найти человека, который сможет внутрь платить. Бля. Если какой-нибудь кластер обратится, он там, блядь, на цену заломит, пиздец. Чуть-чуть не успел. О, хоть не упал, но я не слышу. Штук, что ли? Свалили. Не успею. Ладно, пошел парни. Самому что-то неохота морочиться там. С кислотой дело придется делать. Попал. Блин, ты чё за нахрен? Оба две сразу. Беги. Все, наконец. Может, надо было их сразу обе завалить.
barman. Даже не успел достать базу, походу будут они меня так гладить без конца. Блин, да что ты будешь делать? Попал по второй. Спалил его. Не успел. Не кидали. Чуть-чуть. Так хорошо стояли они. Прилетел, или он успел полить. Get you out of here. What the? Oh, you guys! Oh.
Сейчас, походу, босс будет какой-нибудь. Так, надо теперь найти, как тебя валить. Чё-то прям как Quake 2 мне напомнил последнего босса. Тоже такие эти. Как мне жизнь помнишь? Да тут он быстро что-то передвигается. Этого я не ожидал. Я думал, на месте стоит, когда циркуляркой. Quick, get out of the way. I'm taking over. Now then, lesson one, ballistics. This is my minigun. It fires 8,000 rounds per second. Brass cased 8mm with tungsten alloy heads and high explosive charge. Very, very messy. Закатывайся, блин, говно зеленое. А что же мне так не делать, что ли, обязательно власть там? Поймал. Попал. Сука. А чё, как же его тогда валить-то?
вон аж, блядь, самую дырку надо зарядить. Нифига себе придумали. Ну, попал, конечно, Макар. High-energy inverted magneto laser with a six-pronged attack. Три раза просто парнюк надо оказаться. Там просто дверь. Открытый, не знаю. У него жопа уже красная. Походу, это последний. Я торможу. Да. Что ты мне никак не попадешь, блин? Что-то первый быстро снес. О, куда он меня делает? Ладно, сейчас хпшки можно снимать. Ой, блин. The tank's gone. Well, it served as well. Rodent? Rodent? Oh no, he didn't make it. He was a great guy, a superb soldier. Теперь мы можем вот отмутить его супер броню. And yet, he was mortal, like the rest of us. But at least we showed that bitch who's boss. Mr. Squirrel, guess what? Привет, Амрун. Нечасть там можно увидеть Конкира на стримах. Ну да, мы стараемся с инфорой всякую разную дичь выпускать, стримить. Привет, Маркер. Self-destruct.
Oh, give me strength. Тихо, она там это набирать надо, нет? Нет, есть, трупик-то лежит. А его здесь и нет, нифига. Замечательно. Куда бежать-то? Блин, да они с ума сошли, что ли? Мать их за ногу, чего они придумали? Тут долбанные лазеры тут понапихали. А, здесь, по-моему, так надо. Да ёб вашу мать, еще этих ублюдков напихали. Шутники, твою мать, разработчики. А здесь как? Ну все, мне хана здесь, я сдох. Никак по-другому тут было. Так, прыгаешь и вздыхаешь. Другой дороги не могли сделать нормальный, блин. Сейчас опять тут полчаса просрёшь. Может, врага на мины надо отбросить? А, они пробегают сквозь эти лазеры, им посрать вообще. Блять, да я ж прыгнул. Все собрал. Ладно, вздыхаем. Да вздыхай ты. Я уж тоже думал с помощью врагов все разрядить. Я тупо бежал, вообще перепрыгивал, они за мной бегут, там даже взрывов ничего нету. Да, ничего здесь нет. Смотрю, на Нинке игра тоже проседает местами. Ты чё, на Нинке до хрена просадок по FPS. Вот как тут перепрыгнуть, блин? Это дерьмовое место вообще. У нее тут средний FPS 25 где-то. В редких случаях там до 50 добирается, может быть и до 60 бывает, но это очень редко. Блин, да, отдыхаем. О! Норм. Так, тут ползком. Это ты как далеко от начала? В начале такой жести не было. Жести было больше. Это еще так сойдет. Здесь, наверное, не знаю, по-другому никак. Вот так вот надо было разминировать. Под ней уже проползти. Я по-другому вообще не знаю, как тут проходить. Все. Ладно, здесь то же самое сделаем.
что, выбегают, нет, эти ушлепки? Блядь. Камера, блядь, не подведи. И чё? Ну всё, это походу на хана. Хотя, стоп. Не, ладно, попробуй там. Нет, ни хрена. Мне жизни не хватает. Кстати, не слышал про выход Сикамини. Говно полное. Ее там отдали на производство AT Games, по-моему, называется. Он до этого делал. Джойстики там галимые китайские, блин, херовые. Не знаю. Nintendo намного лучше сделала. Просрали они. Адгами засрала ее. Ага. Ну да. Ну почему их нельзя, блин, расстрелять, они взорвутся? Это же, по идее, тоже можно было бы как геймплеем сделать. То есть расстреливаешь, там время можно было подрассчитать, там, чтобы впритык было, успел, не успел, там прицелился, не прицелился. Ну, это дебилизм, блядь, ёб твою мать! С этими лазерами срамно. Там проблема и со встроенным эмулятором, и со считыванием игр с картриджей. Игры виснут. Музыка говна. Ну, понятно. Ну, я, в принципе, не сильно жалую ниндендовские эти мини. Не особо они мне нравятся. Хоть я их в руках не держал, но думаю, ничего там нормального не будет. Бля. А что ты будешь делать? Ладно, попробуем там затравить. Прыжок, может, какой-нибудь найдем. Нашел. Я думал, сейчас выберусь и все. Нет, блин, они, сука, прыжки сделали, уроды. Ты давай уже. Я не знаю, может, какой-нибудь там ящик бы сделали, который можно толкать, кстати. Ящики можно толкать? Ни хрена. Под потолком место вроде есть. Туда на хвосте можно подлететь вроде. Не, знаешь, в чем прикол? Когда не слишком высоко можно подпрыгивать, он до определенного места парирует на хвосте. Я уже пробовал так, когда шел вдруг в эту сторону. Видишь, оп, он упал, хотя я нажал. Единственный вариант, там как-то подпрыгнуть нужно хитро, высоко, и в этот момент вперед перелететь. Может, так отсюда подпрыгнуть, перелететь, попробовать. Не, нифига. Блять, все равно все собрал, блять. Может, то, что наискосок немножко Жесть. Полетел. Надо еще раз сейчас попробовать. Может, и проканает с высоким прыжком. Да что ты? Блять, ну всегда по-разному он падает. Тяжело угадать. Что с этой камеры?
О! С высоким прыжком нормально летит. Убивайте. Там слишком далеко идти. Одна ошибка и все. Блин. Блять, еще эти мишки гами, блядь. А здесь как? Здесь только так. Не, здесь по-любому, наверное. Но если хотя там спать. Ну, чуть-чуть дальше мы можем пройти, если здесь даже разминируем башкой. Еще нужно запрыгнуть так, чтобы эти медведи не вылазили сразу. Получилось. Так. На это залезть можно? О! Кажется, я знаю, как пролезть тут. Вот так. Здесь не брали. А тут? А это последняя была? В принципе, реально. Сейчас, думаю, пройдем. Блин. Прошли. Нет, там сливаемся. По идее, нам надо там два раза будет жизни.
Опять, блин, задержка. Начинается рассинхрон. Я не знаю, что за херня, блин, началась с этим ОБС. Даже на этом, на классике. Рассинхрон. Камера. Хотя здесь можно перепрыгнуть, я думаю. Блять, это что за херня была? Суки, пидорасы, а! Твари, блять, вонючие! Ай, блядь, медведи ебучие, на тебе нахуй. Да, пиздец, Россия. Рон, блядь! Вот, кстати, тоже такое заметил. Кто-то может сказать, что это бред, но все же это факт. Я подключаю к карте захвата по одному и тому же кабелю разные приставки, и одна идет в легкую, а другая почему-то начинает грузить процессор. Вот сказать, что это один битрейт, приставки одного поколения, а вот такая фигня. Не знаю, пока у меня на Nintendo 64 такая херня. Может, там из-за FPS, то, что часто проваливается, я хер узнает, не знаю, в чем дело может быть. На других приставках такой фигни не замечал еще ни разу. Сколько стримил. Блин. Суки, блядь, с этим лазером, блин, все подосрали. Стреляй ты уже! Камера блядская! Ну все. Тут еще и жопу просрали. Из этого, блин, медведя. Гамби. Камера, как всегда, блин, на высоте. Развернула, блин. Не удивлюсь, если он там в стенку уперся и сдох. Так, если эту хуйню включить... Там еще есть функция, не знаю, как в этом, блядь, это какой ОБС-то, блядь, забыл. Короче, есть галка подгонять аудио под видео. Может быть, она будет полезна в таких случаях, чтобы рассинхрона не было. Thank you.
кусок. Залез, блин. А, в принципе, смотрит, куда надо прыгать. Успел. О, блин, ищу твой мать медведи. Ну молодцы. А хрен там. Ебать, Толюсю. Что, теперь в обратную сторону надо бежать или еще куда? Походу, да. Сейчас опять перестрелы будут. Куда там бежать-то, блядь? Твою мать, где тут дырка была? Ебать, сразу навалить. Надеюсь, хоть отсюда, не? Фух, хоть отсюда. Уже хорошо. Ух ты, падла. Блин, там надо было посмотреть, сколько времени уже играем. Прыгай, прыгай, блядь, туда. А смысл то, что мы сюда приплыли?
Отличный квест. Enemy lines. I'd like to tell us who are they indeed.